We were supported by the staff of Monte Rosa, and I like to say them thank you very much for creating of them very good cooperative atmosphere. Мы работали с Monte Rosa осенью 2007 года, и нашей целью было восхождение на Амадаблам. К сожалению, погода не позволила нам сделать этого по тому маршруту, как мы планировали, а именно по северному ребру. И нам пришлось переносить базовый лагерь под юго-западное ребро, и при этом нам удалось все-таки сделать восхождение. И мало того, что мы были первыми, кто поднялся на Амадаблам в этом сезоне, мы оказались первыми в Гималаях на территории Непала, кто смог вообще сделать успешное восхождение. Вот за это время можно сказать, что мы очень много работали, с нами работал персонал Monte Rosa, а мы работали вместе с ними. И персонал Monte Rosa работал не только на обслуживание нас как клиентов, но и на создание общей атмосферы такого приподнятого, что ли, духа. И очень сильно нам помогали для осуществления наших планов. Когда возникали какие-то там мелкие локальные проблемы, например, мы захотели найти себе шерпов и потом переносить, например, базовый лагерь, все эти локальные проблемы успешно решались персоналом, включая в том числе при необходимости подключали главу компании Monte Rosa Ganesh, на что ему огромное спасибо. Вот, я считаю, что Monte Rosa — это очень предельно работоспособная, умная организация, и с ними можно ставить вообще любые задачи. Им огромное спасибо. 2007 года мы ездили, чтобы взойти на Амадаблам, и использовали для этого компанию Monte Rosa. Мы пытались зайти по северному гребню на Амадаблам, но в связи с плохой погодой нам пришлось... В 2007 году осенью мы ходили на Амадаблам, выбрали компанию, которая нас поддерживала, Monte Rosa. И я счастлив, что мы выбрали именно ее, потому что люди в этой компании очень приветливые, очень профессиональные и помогали нам все время, и никаких претензий к компании нет у меня. И персональное спасибо директору компании, мистеру Ганешу. Всего хорошего. Всем успехов, выбирайте компанию Monte Rosa, и вы не прогадаете. Эдуард Иберо, soy líder de una expedición internacional a la Amadablam, y en general hemos hecho cumbre la mayoría. La organización al principio no ha salido muy bien, y quizás ya la parte técnica y de montaña es más, ha salido mucho mejor. I'm Fred and Manu. So we are two French climbers. We went to Nepal to climb Amadablam. So we chose Monte Rosa because the people recommended us that company. And we enjoyed service of Monte Rosa, very serious. And the team at base camp was very, very skilled, very nice, very efficient, and a good cook. It's very important when you climb a difficult summit like Amadablam. Mm-hmm. So we succeeded this year. It's the 28th of October, so it was a very, very nice climb. And so nous sommes très, très contents des services de Monte Rosa pour cette expédition. Yes, I will tell that Monte Rosa is serious, good service, and Vishnu is a very nice person which enjoys to make things happen good. And so, yes, I will recommend to French people to choose a Monte Rosa team for expedition in Nepal and other countries. Okay.